Всем привет, привет! Никита, поздоровайся. Привет, привет. Куда мы едем, расскажи? За попуганчиком. Какого мы возьмем попугая? Красивого. Правильно, а как мы его назовем? Тоша. Тебе нравится это имя? Да. Вот мы ему уже клетку купили, какую красивую. Сейчас мы поедем за Тошиком, только по дороге заедем еще в зоомагазин и кое-что докупим. Угу. Привезли нашего Тошу домой. Он буквально полчасика еще сидит в клетке. Но уже кушает из рук. Я уже покормила. Теперь вот Никита хочет тоже попытаться покормить ручкой. Давай попытаемся. Бочком ему ручку засовывай. Он сам нападает на ручку, потому что он хочет кушать. О, как миленько. Класс. Поближе и выше. Выше. Никита, выше. Видишь, птичка согинается вниз. А ты выше, еще выше. Подними ручку. Вот я согинаюсь, я согинаюсь. Класс. Прикольно. Мне даже не как-то... Это не больно. Да вообще. Тошенька наш кушает. Вообще, даже щекотно образуется очень. А ты бочком ручку поверни и подними вверх. Видишь, у тебя еда заканчивается. Ты еще хочешь? Ой, сейчас такая... он на ручку тебе может запрыгнуть. Не волнуйся, только не волнуйся. Да, я вообще... Ты поближе ему подвинь, видишь, он уже не достает. Угу. Такие он беленькие не любит, я обратила внимание. Все, Тошик, еда закончилась? Нет. Все? Еще хочет Тоша кушать? Да. Видишь? Ешь и ешь. Мне, признаешь, даже не больно, а щекотно, признаюсь. Класс, да? Да. Видишь, какой он ручной? Угу, вообще идеальный.